Общественный совет Ходькова единогласно поддержал концепцию пространственного развития Сергиева Посада. Активисты отметили, Сергиев Посад неразрывно связан с Ходькова, и развитие одного города обязательно несет положительные перемены и другому. Об этом общественники говорили с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым, главой Сергиево-Посадского округа Дмитрием Акуловым, председателем окружного совета Ритой Тихомировой и депутатами. Да, мы сейчас обсуждаем активно концепцию и стратегию развития города Сергиев-Посад на долгие-долгие годы вперед. И, естественно, эта стратегия не только развития города, по сути своей стратегия развития всего района. И называется она развитие города Сергиев-Посад только потому, что детально весь город проработан. Но дальше нам надо идти в эту сторону, нам надо по большому счету в том или ином виде стратегии делать для каждого нашего населенного пункта. Стратегия – это, в общем-то, наши планы, это наше видение на будущее того, как должны выглядеть наши территории, города, села, поселки, деревни на 5, 10, 25 лет вперед, чтобы все, что мы делали по месту, чтобы ничего потом не приходилось переделывать. Если у нас появляются какие-то средства, то мы их вкладывали в развитие территории максимально эффективно. Также в ходе встречи обсудили благоустройство исторической части Ходькова для привлечения туристов, дальнейшее развитие парка Покровский и зоны Абрамцевского леса. Были затронуты вопросы развития городской дорожной инфраструктуры. В настоящее время улицы Михеенко, Горбуновская, а также дорога в районе Ходьковского вокзала крайне загружены. При огромном трафике движение здесь до сих пор всего в две полосы. И у нас есть несколько проектных предложений, как уменьшить трафик по этим улицам и трафик пустить по предлагаемым маршрутам. Вот у нас улица Горбуновская, да, это вот мы едем на Горбуновку, это на улице Больничная. Предлагается задействовать демонтированную железную ветку от улицы Горбуновской до улицы Заводской. В результате встречи был сформирован ряд предложений по улучшению дорожной инфраструктуры и развитию города в целом, которые будут дополнительно проработаны для реализации. Стратегия касается не только центральной части. Стратегия – это развитие всего округа. За счет федерального фонда, либо региональных денег, та реконструкция, те изменения, которые будут приведены в будущем, конечно, скажется в целом на бюджет округа, что способствует развитию также и строительства дорог в деревнях, в селах, благоустройства во дворах и так далее, и так далее, и так далее. Это для нас большой шаг в будущем. Поэтому я хочу каждого общественника совета поблагодарить, сказать спасибо, что действительно они видят в этом тоже определенный важный функционал. Дарья Леонова, Анна Овчинникова, ТВР-24.